30 сентября музей-заповедник Горки-Ленинский приглашает на интерактивный спектакль для детей «Озорной гусенок», который представит Московский театр актера и куклы «Перчатка». Начало 12 часов. А 1 октября в Горках Ленинских пройдет сразу два интересных мероприятия. В 12 часов для детей состоится авторский спектакль Василисы Кошкиной «Няня для Кощея». А в 14 часов начнется музыкально-поэтический вечер «Стихи мои спокойно расскажите», приуроченный ко дню рождения Сергея Есенина. Также 1 октября в 14 часов в районном историко-культурном центре состоится концерт «Повсюду музыка слышна» в исполнении лауреата международных конкурсов Вероники Добржинской и студентов культурного центра МГУ имени Ломоносова прозвучат фортепианные произведения. Вход на мероприятие свободный. А еще в субботу 30 сентября в библиотеке деревни Мильково состоится встреча с Татьяной и Максимом Будановыми, авторами литературного проекта «Приключения пересада». Начнется мероприятие в 16:00, вход свободный. В заключение о кино в кинотеатре «Искра» зрителей ждет комедийный мультфильм «Ежик Бобби. Колючие приключения». События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно все. Невероятно, но факт. Проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить, что же на самом деле произошло и кто он такой.